हरि बोल हरे कृष्णा बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ देखो अभी हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है दान घाटी। दान घाटी मतलब होता है कि गिरिराज गोवर्धन इतनी ऊंचाई थी अगर इससे अगर उस पार हो नहीं तो उधर अगर इस पार में होना हो तो केवल गिरिराज गोवर्धन में यही जगह था जहाँ पर गोपियाँ इधर से उधर उधर जाती थी। एक समय कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए यहीं पर आते थे। इसलिए कहते ना जहाँ चलो गोपी चलियो जहाँ बसत ब्रज गोरस बेजन हरि मिले एक पंथ दोगा। इसलिए गोपियाँ जो दूध दही बेचने आती थी क्या सतगुरु से दूध दही बेचने आती थी? बोले नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे कहते नंद बाबा का 9 लाख गैया है लेकिन वृषभानंद महाराज का 11 लाख गैया है। मतलब कृष्ण जितने धनी है उससे ज्यादा धनी श्री वृषभानंद महाराज और श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में आओ देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो। इसलिए सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। एक समय कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहीं पर आए गैया चराने के लिए इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया पेट में चूहे कूदने शुरू हो गया मतलब भूख लगने लग गई इसलिए कुछ व्यवस्था करो। बोले चिंता क्यों करते हो चलो यहीं पर कृष्ण अपना ग्वाल वालों को लेकर कृष्ण यहीं पर आए और यहीं पर खड़े होकर के ब्रज गोपियां भागुर ऋषि ने अनाउंसमेंट किया। बोले देखो गर्गाचार्य ने कभी जो गोविंद कुंड पर यज्ञ हो रही है ये यज्ञ के लिए जो दूध दही लेकर के जाएगा और वहाँ पर सेवा में लगेगा उनको मन की सारी वासना कामना पूरी होगी और गोपियाँ भी दूध दही लेकर के आती थी। कृष्णा यहीं पर खड़े होकर के गोपियों का रास्ता को रोक लेते थे। बोले कहाँ जा रहे हो तुम लोग यहाँ पर रोज रोज जाते हो लेकिन हमें दान नहीं देते हो। Вы как можете пройти без налогов? Должны? Вы что, не знаете? Кто тут царь-то, Враджа? Это я, говорит, Ишвара Вриндавана. Я, говорит, Врадж, царь. Вриндаван. И Радарани. А у Радарани тоже было что сказать. С чего это ты вдруг царь? А, гопи сказали, да, Радарани сказала, говорит, тут богиня Вринда. Вот если бы ты был бы ее супругом, вот тогда бы у тебя было бы право на Вриндаван. А тот говорит, а ты что не знаешь, что Вринда, мы уже женаты? Да ну. Тогда Радарани позвала. Вринда, иди сюда. Ты что, за этого черного замуж вышла? А та отвечает, да нет, нет, нет. У него такая природа. Для него каждая девушка это его жена. Это он просто так похвалится. Я, говорит, Радарани Даси. И так гопи и пастушки несли эти молочные продукты. На самом деле, конечно же, они шли ради Даршана Кришны. И вот здесь произошла их встреча. Гирирадж Говардан, одно из имен Сарва Абишта Прадата. Сарва Абишта Прадата обозначает, что те, кто совершает Говардана Парикраму, Гурудев сказал, Кришна будет следовать за преданными. Зачем? О, такие трудности мои преданные совершают.
Обычные люди спрашивают сына, дочь, денег. Много со мной ростом желания приезжают. Да. А мы совершаем парикраму. А некоторые даже устраивают, я шилу на шилу ставят, чтобы показывают, чтобы тот им дал дом. Или на деревья посмотрите, там ветви обвитые друг другом, спутанные. Зачем? Так они молятся в хороших взаимоотношениях. И Говардхана осуществляет все желания. Гурудев говорит, но осторожнее. Говардхан-то, конечно, милостивый, но не просите у него ничего материального. Потому что Гурудев сказал, он легко исполняет, но когда просят прему или маг, тот думает, дать или не дать. Материально это я легко могу дать. А если према, то это ведь уже огромная ответственность. А ей можно управлять Бхагаваном. Поэтому Гурудев говорит, если хотят, кто-то хочет Бхагават, только-только это надо просить у Гирираджа Говардхана. Сегодня Экадыши. Какой говорит Экадыши, Апара Экадыши. Мы совершаем Говардхана Парикраму, огромное благочестие получим. И принимаем прибежище в Гирираджа Говардхана. Молимся, о Гирирадж Говардхан, прости мои оскорбления. Шрила Санатана Госвами каждый день совершал парикраму. Рагунада с Госвами, Шамананда, Кришнадас Кавирадж Госвами. И наш Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами. Но он построил здесь Гаудия Мат. Гурудев здесь жил и каждый день совершал Говардхану Парикраму. Очень много глубокий баджан совершал, чтобы потом по всему миру нести послание Чайтанья Махапрабху. Мы тоже приехали сюда под руководством Гурудева, и по этой причине будем совершать Говардхану Парикраму, будем просить бхакти в разных местах. Остановимся на Харикатху и Скиртане. И с именем Господа. Hare Krishna, Hare Krishna.